Мур, итог прошлого конкурса, канал Hustle. Друг, под моим ответом тебе оставь свой ID в игре и свяжись со мной в ВК. Поздравляем победителя, но не расстраиваемся. Конкурс продолжится, условия в конце видео. Привет, друг! Это Зверько и обновление 1.4.76, некоторые изменения с которого могут вступить на основной сервер в ближайшем обновлении, так что внимательнее будь. Про гайд на НАТУ я не забыл, там почти все готово. Скины. Начиная с 9 мая вернут в продажу на 14 дней скин на Нану Воздушная Фея, будет стоить 749 алмазов. Приобретайте, пока Нана актуальна в мете. Хотя считаю, что на 9 мая надо было сделать скин на Машу в виде танка. Ха. 12 мая выйдет скин на Грока, коднейм Рино, а по-русски кодовое имя Носорог. Если что, я просил оставить Рино, но... Так вот, стоить он будет 899 алмазов, скидка в первую неделю 30%. Изменение героев. Пополь и Купа. Тут разработчики извиняются за ряд косяков с героем и для улучшения баланса уменьшают здоровье Купы в ульте на 500 хп для всех уровней. Благодаря нескольким контролям он действительно проблемный АДК. Я даже опрос проводил. Маша. Ее продолжают равнять под какие-то эфемерные и только разработчикам ведомые идеалы. Сильнее на старте и на уровне для других в поздней игре. Базовая физическая защита увеличена с 12 до 20. Прирост физической защиты уменьшен с 3,5 до 2,9. Первый навык ранее. Бонус к атаке рос с 60 до 80. Теперь будет с первого и до последнего уровня 150. Бонусная скорость бега росла с 25% до 35%. Теперь 30% для всех уровней. Дополнительный урон рос с 3% до 5,5%. Теперь лишь 1% и до 4% от максимальных хп противника. Так-то маловато. Ульта. Перезарядку уменьшили. Была 30 и 24 секунды, будет 20 и 16 секунд. Бонус к уменьшению урона был 25% и 35%. Теперь будет 30% на всех уровнях. Длиться бонус будет 3 секунды. Фрея. Со слов разработчика. Потребление всех священных орбов первым навыком Фреи обеспечивало повышенное усиление этого навыка. Оно также нарушало непрерывность ее комбо и ограничивало способность быстро передвигаться. Для этого ми огласили количество потребления сфил первым навыком, чтобы игроки могли использовать и другие ее навыки, так как она сияет слишком сильно своим взрывным потенциалом в начале игры. Мы решили уменьшить и урон ее второго навыка. С другой стороны, мы также улучшили дистанцию плеска и силу ее первого навыка и размель ее эффекта первого навыка, а также увеличить дальность ее автоатаки в ультимативной способности. Игроки должны добавить больше базовых атак между навыками для максимальной пользы от Флеи. Вот я не совсем понимаю, нафига они вписали такую стену текста, которая была понятна по изменениям еще в прошлом обновлении. Второй навык. Базовый урон уменьшен на 30 для всех уровней. Ну, если ты смотрел мой гайд, то знаешь, что он как раз заточен под подобные изменения. Но судя по просмотрам, Фрея мало кому сдалась, 17 тысяч просмотров. Баданг. Стан от первого навыка и ульты увеличен с 0.5 до 0.8. О, он и так довольно популярен в ранге, а тут небольшой, но ап по стану. Чане. Ульта. Магический бонус, когда-то отобранный, вернули. Было 20%, будет 25%. Хаябуса. Ульта. Увеличили прирост базового урона с уровнем. Было 160, 200, будет 180, 210. Ханза. Базовая атака увеличена на 10 единиц. Хуфра. Второй навык. Бонус к урону был 6%, будет 5% от его максимальных хп. Базовый урон изменили, был 30 на первом и 105 на шестом. Теперь будет 50 и 100 ровно. Горд. Первый навык. Увеличили перезарядку, было 9 и 7 на шестом уровне, а будет 10 и 7,5. Уранус. Базовая физическая защита уменьшена с 20 до 14. Реворкнутый Ли Сун Син вернули скорость бега к законным 250. Чонг. Герой на тестовом сервере.
Базовый ХП уменьшен на 120, прирост здоровья уменьшен на 20 для всех уровней. Первый навык. Немного уменьшена анимационная задержка. Форма черного дракона. Это когда он драконом ходит на своих двоих. Получает бонус к здоровью 500-900, растет с уровнем навыка. И дополнительный ХП в размере 200 от физической атаки. Это вообще терминатор какой-то. До нерфов. Реворкнутая Мия на тестовом. Базовая атака уменьшена на 14, прирост атаки уменьшен на 3,5. Ульта. Маскировка и ускорение бега продляются с уровнем, с 1,2 секунды до 2 секунд ровно. Реворкнутый Зелонг на тестовом. Первый навык. Убрали эффект снижения физической защиты. Второй навык. Прикрутили сюда это снижение физической защиты. 15 единиц на первом уровне навыка и 40 на шестом уровне. Длится 2 секунды. Кроме того, противник медленнее бежит после удара на 40%. Перезарядка навыка будет 5 секунд для всех уровней. Ага, неплохо. 5-секундный спам навык на дебаф. Другие изменения. Оптимизировали анимацию лорда. Бесконечная битва. Словила нерф. Исцеление было 15%, будет 10%. Пассивка. Урон на чистого дамага был 70%. Будет 60% от общей физической атаки. Но все равно ее не бросим, потому что это битва. На этом по обновлению все. Конкурс комментариев продолжается. Тебе нужно лишь быть подписанным на этот канал, на канал Голос Зверько, и писать осмысленные комментарии. Да, сделайте репост этого видео. А для тех, кто смотрит ролики на Голос Зверько, шансы на победу увеличиваются. Приз по-прежнему, что угодно, в размере 500 алмазов. Далее я пока могу показать тебе будущие скины, которые удалось стянуть с инсты. Неизвестно, когда они выйдут. На этом все. Удачи в боях и конкурсе, друг. Where there is light, there are also shadows. Grovel before your king, human. Yeah! Woohoo! Set me on fire and I'll blaze through the battle! The strongest ninja has arrived. The strongest ninja has arrived.
Who says a dragon tamer can't be graceful? Ответ, они шли, чтоб победить, что любовь, то уже любовь.